Привет, ребята! Небольшая информация по поводу выхода серий. У меня случился форс-мажор, убился жесткий диск. Один хороший человек помог мне реанимировать компьютер. Спасибо, Саш. Некоторые записанные серии утеряны. Я сейчас восстанавливаю программы. Хотела предупредить, что оформление серии изменится. Вряд ли я смогу прям в точности воссоздать, тем более, что нужно снова скачивать и устанавливать Photoshop кисти и стили. Заново пройду то, что у меня было пройдено. Не удивляйтесь, прогресс будет другим. Например, некоторые показатели, количество денег, броня не та. Ну, в общем, конечно, это будет заметно. Что касается Симса, сохранения слетели. Origin почему-то любезно их не сохранил и не восстановил. В общем-то, я не буду, ребят, продолжать летсплей. Это заново знакомить симов, строить тот дом. Слишком большой процесс. Пропало у нас с Антоном две серии Мертвого леса. Ну ничего, перепишем. Просто вам нужно будет подождать. В общем, еще подождите пару денечков. Спасибо заранее за понимание. И скоро увидимся в продолжениях.